Тем более тут такая хорошая компания. А ты куда едешь? В сейчас Марги. Ты будущий архитектор? А ты знаешь, как сделают небоскребы, чтобы они не падали? Не знаю. Что у них там кое-чем заливают на последнем этаже. Не знаю. Еще никогда не слышала? Зачем? А на каком ты курсе? На четвертом. Уже на четвертом курсе, до сих пор не знаешь? Не знаю. Вообще. Мне должно быть сейчас так стыдно, наверное. Ну тебе вообще должно быть безумно стыдно просто. Как ты могла? Ты вообще почему пошла на архитектора? Тебе нравится это, да? Типа нравится именно такое созидание, строительство зданий, да? То есть сочетание математики и там спасительного искусства. Не любишь математику, что-то я боюсь жить в здании, которое ты построишь. Да-да-да, они будут. Слушай, жесть какая. Тебе нужно, наверное, доминошки эти выкладывать, да? Чтобы они там, знаешь, такой полосочкой рушились. То есть все равно упадет, чтобы хоть красиво упало. Да-да, красиво упало. И как тебя зовут-то? Вика меня зовут. Вика, знаешь, как меня зовут? Как себя зовут? Меня вообще зовут супер просто. Меня зовут Александр. Очень крутой. Ну, конечно, ты вообще не представляешь. Он такой необычный, главное. А ты не в машине? Что? Я не в Мархи, я работаю чуть дальше просто. В отделе маркетинга. Слушай, ну, знаешь что, давай сделаем. Вечером возьмем и пойдем пить чай. Есть кирпичами. Фу, ты попиваешь чай со своим парнем до сих пор, что ли? Да, до сих пор. Охренеть вообще, могли бы уж дальше продвинуться с мертвой точки. Мы чай пьем, да. Слушай, ну давай тогда сразу с тобой приступим к делу. Будешь с парнем чай пить, а со мной как бы заниматься, ну, такими более интересными вещами, продуктивными. Репродуктивными, я бы даже сказал. Не могу. Давай тогда просто общаться, я думаю, тебе будет со мной весело и приятно. В одну сторону? Нет, это слишком мало, чтобы раскрыть сущности друг друга, чтобы могу. Копнуть глубже, чтобы проникнуть друг в друга, можно сказать. Понимаешь, этого не хватит совершенно. Давай, скажи свой номер, и мы с тобой просто спишемся. Да, я бы сказала, не могу. Что, конечно, можешь. Это более чем возможно. Видишь, ты как вообще прешься просто. Ты либо накурился, либо я в натуре, ну, неплохой чувак. Ну, так и хрен, ты вообще стесняешься. Не надо стесняться. Давай свой контакт хотя бы. Давай, я запомню, как тебя там найти. Виктория Шевцова. По-английски. Виктория Шевцова по-английски. Знаешь, сколько таких Викторий Шевцовых? Ты же, конечно, извини, но их миллион. В Мархи, может быть, там 10 тысяч. В Мархи я одна. В Мархи ты одна? Да, я знаю, я одна в Мархи, Виктория Шевцова. Да что ты говоришь, Виктория Шевцова в Мархи одна она. Да, конечно, Швецова, а Шевцова меня всегда путают. Шевцова? Да, такая уродливая фамилия. Да ладно, не такая уж уродливая, поменяешь скоро уж совсем. На мою. Александров какой-нибудь вообще. Александр Александров. Нормально? Слушай, ну а мне вот туда одна, слава богу, мы прощаемся. Меня. Конечно, да. Ура, давай.